Как показывает статистика, ДТП, произошедшие из-за превышения скорости, имеют наиболее тяжкие последствия. С начала года по этой причине в Сочи произошло 12 аварий, в которых 2 человека погибли и 17 пострадали. А выезд на полосу, предназначенную для встречного транспорта, стал причиной 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 7 пострадали. Все это последствия нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. В рамках профилактических мероприятий сотрудники полка дорожно-патрульной службы провели рейды по выявлению нарушений скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. На нарушителей составлены административные протоколы. А еще им и другим водителям инспекторы еще раз напомнили, к чему может привести спешка на дороге.